Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, а также капитан Очевидность. Здорово, братишки. Красавчик. Сейчас вы увидите игру команды Indie Head против команды Indigo. И, надо сказать, бой был по-настоящему интересным, по-настоящему потным и по-настоящему красивым. И, кстати, его исход меня вполне устроил, ведь за Костина я болею почти так же, как за самого себя. И, кстати, эта победа для них была весьма важна. И, кстати, не особо критична для нас. Так что, думаю, самое интересное еще впереди. Ну а вам приятного просмотра. Round one. Fight. Ну что, Ебукешка, будь добр, не нагнись глубокую минусину. Я уж постараюсь, не переживай, постараюсь. Опыт уже имеется. Так, давай Купидоныч. Купидон сейчас проведет мощную разведку боем. Бля, провел. Ладно. Ничего страшного, это все мелочи. Купишь, совай. Бля, ну что ты творишь? Да ну иди в жопу, не хотел я дым тратить. Дым — это очень важный ресурс. Важнее любых хаешек и так далее. Для медика дым — это вообще, блин. Медик без дыма, блин, не знаю. В общем, плохо. Не двигайся. Надо, чтобы было. Теперь уже нету. Теперь я намного слабее стал без дыма. Ладно, главное, мы немножко как бы отвлекли пацанов. А наш-то гнут! Папайя! Слейтуха! Ребятки, красавцы! Да что ж вы творите, мои сладкие, мои молодцы! Я вас обожаю! Так, встаем. Вот так, Машенька сейчас гнуть будет. Бомба установлена. Ага, дым дали. Значит, сейчас будут продавливать. Ну давайте, попробуйте. Так. Все! Вообще красавцы! Плытуха сзади! Эх. Машенька, давай. Сейчас Маша прогнет. Умница! Умница, Маша! Враг уничтожил всех наших бойцов. Ладно. Раунд проигран. Все в рабочем порядке. Я странная любовь к дыму. Ты что там, накуриваешься? Да, есть такое. Дабл килл, детка! Тихо! Давайте, ребят, он последний. Могете. Давай. О, Купидон, красава! Хедшот, деточка, you get owned. Бля, это жопа. Ах, тихо, я один. Так, готов. Эх. Ну, почти. Машенька, вставай. Чё-то тихо как-то, может, спина? Держись, я помогу тебе. Много лучше. Вверх упали! Сила! Так, ребят, соберите, сейчас заходить будут. Заходят! Готов! Костян, это что было, брат? Странно. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Эра, чел, ты что сидишь? Иди помогай своим. Я и так помогаю, они, блин, спину пошли. Что, не видишь, что ли? Они пошли с нашей респы. Тихо. Ага. Давай. Так. Мама, нет! Бля, хорошо, не соншотил. Мы победили. Машенька, ты могёшь. Давай. Бомба установлена. Вот Костян жучара. Да, Костя-то на такие выдумки гораст. Ну давай посмотрим, что будет. Костя, он в этом плане, в плане клатчи, вообще, у него игровое мышление прям на высоте. Осторожно, граната! Враг уничтожил, да, вот она, наших бойцов. Не, ну что сказать, молодец. Я полагаю, ты здесь надолго, да? Надолго. Кэп, представь себе, эту позицию даже киберспортсмены не проверяют. Эту позицию я сам выдумал. Я ее как-то так не знаю. Получилось один раз, два. Короче, можно двоих-троих принять, если они выпрыгивать будут. При этом сюда вообще никто не смотрит. Смотрят в квадрат малый.
Ну ни хрена себе этот фрукт выдал. Я вообще в шоке. Нифига себе, папаха, ты вообще красава! Минус 3! Блин, это надо зацепить, за это надо зацепиться, не отдать теперь. Красава, папайя. Вообще мощный. Вообще мощный! Блин, ну это наш раунд должен быть. Это наша карта должна быть. Давайте, ребята. Давай, 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 давай. Опа! Хм. Он шушел, нет? Команда противника разбита. Не, миссия молодцы. Выполнена. Красавцы. Вау, Ракутагин, ты реально не в минусе. Да. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Реально неплохо получилось-то, блин. Да, хорошо сыграли, ребята. Раунд 2. Файт. По-моему, они с обхода пойдут. Мне тоже так кажется. Квадрат пустой. Да! Да, 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 да. Так, надо резать. Так. Опа. Эх, блин. Да! Красава! Капитан Маша! Вот так, да. Эх, Костян, хитрюга. Здорово. Привет, Костян. Да ну блин, как так-то получилось? Чё ж его не убили? Так, ладно, ща Мария даст жару. О! Спасибо, бро, спасибо. Тихо. Давай. Ах, сука, не так, ну-ка. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Ёбаный насос. Так, здрасте. Там кто-то есть, нет? Непонятно. Сука, был все-таки. Враг уничтожил нашу команду. Живите, хлопцы. Давайте. О! Буст пошел от Ракутагина. Все, врываюсь. Так, здравствуйте. Давайте он один, ребят. Ну, вы там идете, я вас знаю. Давай, Купидоныч. Красава, Купидон. Лучшее. Эх, блин. Давайте, ребятки, чуток. Прямо вот, прямо можете знать. Красава. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Сочно. И прочно. Да. Молодец, Костян и его команда. Реально сильные ребята. Да. Обыграли таки нас, 2-1. Ну, надо сказать, конечно, нефтебазу мы своей картой выбрали зря. Надо было выбирать что-нибудь еще. Ну а в целом, две карты из трех были очень и очень потными для обеих команд. И кстати, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно, сами понимаете. Без этого, ну просто никуда. Яйцо почесал, и команда Ракутагина и Костина будут биться в финале. Да. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами в зоне. Слышь, Нубито, какую нахрен нефтебазу? Что ты несешь? Да забей, пофиг. Да, Кекс, если ты на кичу так играл, давно спетушарился.